Вот эти счастливые девочки и мальчики – будущее нашей страны. И очень важно, чтобы они росли физически крепкими, выносливыми, сильными, ловкими, одним словом – здоровыми. Всем поставленным целям соответствует ежегодное спортивно-патриотическое мероприятие, ставшее уже традиционным. «Веселые старты», посвященные 28-й годовщине образования Вооруженных сил Республики Узбекистан и Дню защитников Родины. Соревнования сильных, быстрых и ловких среди команд воспитанников детских садов управления социальных объектов прошли 15 января в зале спортивного комплекса АГМК. В состязаниях, посвященных Дню защитников Родины, приняли участие команды, состоящие из девочек и мальчиков, а также воспитателей всех детских садов комбината, которые представляли 4 воинских подразделения – разведчиков, артиллеристов, кавалеристов и военных поваров. До начала состязаний юных спортсменов поприветствовали начальник УСО Илья Ракбаров и начальник отдела по дошкольному воспитанию УСО Татьяна Полякова. Ребята, мы вас поздравляем с началом соревнований. Желаем вам показать всю свою ловкость, всю свою силу. Успехов вам, удачи! Как положено, перед тем, как выйти на старт, ребята разогрели мышцы во время разминки, которую провели под руководством ведущих соревнований – музыкальных руководителей Румии Хусановой и Ирины Жуняевой. Первыми на полосу препятствия вышли юные разведчики. Малыши ловко проползали по туннелям, пролезали через обручи, передавали в штаб секретные бумаги и автомат своим товарищам по команде. Затем юные кавалеристы на лошадях преодолевали препятствия. Непростое задание было и у военных поваров. Им нужно было собрать продукты и приготовить вкусное блюдо для своих друзей. А в настоящем танковом сражении победили отряды юных артиллеристов, которые метким обстрелом остановили колонну бронемашин врага. По итогам состязаний Зудейская коллегия в составе представителей УСО подвела итоги, отметив отличную подготовку каждого участника соревнований и вручив почетные дипломы победителям каждого этапа. Лучшими разведчиками признаны команды ДОУ номер 39 и 33, лучшими кавалеристами – малыши из детских садов номер 34 и 8. Лучшими артиллеристами названы ребята из ДОУ номер 2 и номер 7, а лучшими военными поварами признаны команды детских садов номер 28 и 22. За активное участие в соревнованиях, посвященных Дню защитников Родины, командам всех ДОУ были вручены подарки от Совета профсоюза работников АО «Алмалыкский ГМК». А в заключение хочется особо отметить, какую большую подготовительную работу провели организаторы мероприятия, музыкальные руководители и воспитатели ДОУ под руководством начальника отдела по дошкольному воспитанию УСО Татьяны Поляковой. Было не просто составлено положение, написан сценарий, был грамотно подобран реквизит, изготовлены макеты бронемашин и танков, продумано музыкальное сопровождение и отрепетированы с детьми танцевальные флешмобы. И все это для того, чтобы наши дети, получив всестороннее развитие, выросли здоровыми и умными, настоящими будущими защитниками своей Родины.